колледж надо спасать. Необходимо модернизировать его. Но у них все те же самые вопросы, что и в ЦРБ. Отсутствие профессиональных кадров, там нет лабораторной базы, я имею в виду техники, на которые надо учиться, и многого другого для того, чтобы этот колледж был интересен. Сейчас это, как правило, получение документа без получения знаний. Без колледжа Хвалынск не город. Поэтому от вас концепция, и мы с вами должны будем найти возможность решить вопросы, которые существуют,